Ты заходи еще. Смотрит, это зомби его схватил и тянет теперь куда-то. Сталкер его и спрашивает. Зомби. Спасибо, что you
Ах, вот если бы всегда такая пруха была. Торговец еще не освободился. Ничего стоит. Мужик так помолчал и говорит обиженно: дурак ты. Если б сказал зомби или кровосос, но нас, контролера, за что монстрами обзывают?
Ты его не грохнул часом. Он вырубился даже. Да не сдохнет. С этой пукалки только ворон сбивать. Ладно, тащим его в ангар. Только давай аккуратно, впереди Долговский КПП. Ну и чё нам теперь с ним делать? Да чё-чё, забрать хабар и замести следы. Прихлопнуть его и выкинуть куда подальше. Не перегибаешь? Он очухается и поднимет тут всех на уши. Нам нужен этот кипиш? Да мы сейчас свалим, откуда пришли. Как забор перелезли, так и обратно залезем. Ты, кажется, забыл, ради чего мы это затеяли. Нам нужно больше хабара. С одного этого осла мы накопим себе только на пиво. Его грохнем, а через пару дней еще кого-то захапаем. Плохо это кончится, сука. Ой, плохо. Хватит ныть. За дело, берем бабло со шмотками и валим. Контакт с противником. Подтягивайтесь. Да, не думал здесь бандитов встретить. Что ж, придется разбираться. Вот сука. Мужики, это самое, мужики, вы не стреляйте только. Бля, в натуре, не шмаляйте. Мы же можем договориться. В расход у меня пойдешь. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить друг. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам планеты. Эх, чёрт.
случится с тобой, что зимою в январе ты увидишь снег, но не белый, а зеленый на дворе. Снай пришла ночь, первая весна, лучшая весна, что зовут любовью. Хорошо, когда первая весна остается в нас раз и навсегда. Если вдруг осенней порою выйдет дождик проливной, и тебе покажется зонтик ярким солнцем. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить долг. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам всей планеты. Проходи, не задерживайся.
Спасайте себя. От зоны. Еще тот. Вступи в долг. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны. Стоять! Чужакам на территорию вход закрыт. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступил в долг, обеспечиваются оружием и отличным снаряжением.
Проходи, не задерживайся. Эх, блин, если б кто помог. Иди своей дорогой, сталкер.
Эй, салага, вступай к нам в долг. Сталкер, на территории базы не шали, понял? А вот такое вам как?
Давай, значит, в кровососа стрелять. Бах! У кровососа правое яйцо в сторону. Тварь, значит, от боли ревет, но по дереву дальше лезет. Тут снова бах! Левое яйцо в сторону. У кровососа кровища хлещет, но он все равно вверх лезет, только еще злее стал. Бах! Кровососу отрывает черту последнюю причиндалину. Но он все равно не останавливается. Тут первый новичок с верхушки дерева как закричит напарнику. В голову ему стреляй, придурок! Он же меня не трахать лезет! Еще кто-то. Не видел тебя здесь раньше. Если что надо купить, так покупай. Нет, чеши отсюда. Мыслов, прием! Ты на свалке? Да-да, патрон, я тут. Ха, здорово. Я тебе сейчас сталкера пришлю. Растолкуй про наше дело. Годится? Понял. Сгодится. Thank you.
Прекращайте! Меня тут сейчас собаки порвут. Спасибо, дружище. Выручил меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Ты от патрона, да? До встречи.
камень тебя встанет. А хорошо. Привет, брат. Thank you.
Ну, привет. Слушаю тебя.
Ну, привет. Кто притащил? Ты бы еще консервных банок насобирал.